Москву накрыл сильный снегопад. Синоптики отмечают, что в столице России выпало 4,3 мм осадков. Коммунальные службы Москвы проводят выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Российские синоптики отмечают, что в прошлом году первый снежный покров высотой до 5 сантиметров сформировался в Москве 21 ноября. Они прогнозируют, что после двух дней снежной и дождливой погоды в столице России должно немного потеплеть.